Многие владельцы Апилеи сталкивались с ситуацией, когда на приборной панели загорался значок неисправности «Желтый автомобиль с ключиком». Этот значок может означать несколько неисправностей. Одна из них – ошибка в одном из двух датчиков температуры охлаждающей жидкости. Эти датчики расположены: один датчик на термостате, другой датчик на радиаторе. Проблема может быть как в самом датчике, либо он неисправен, либо выдает неверные параметры, либо в проводке. Сейчас разберемся, как узнать, что это за ошибка и что с ним можно сделать. На автомобиле Opel есть несколько способов считать ошибки. Один из них — это с помощью педалей и ключа зажигания, другой — с помощью ноутбука и специального устройства Opcom. Покажу, как с помощью педали считать ошибки. Для этого нужно зажать одновременно две педали — газ и тормоз, при этом коробку передач поставить на нейтральную и автомобиль на ручник. Зажимаем, держим. После этого включаем зажигание, не заводя авто. И сейчас у нас отобразятся ошибки. Вот 218-217, это та самая ошибка. Ну и плюс несколько других. Но мы сейчас разбираем именно ошибку 218-217. А в чем вообще проблема данной ошибки? Если она загорается, то автомобиль переходит, так сказать, аварийный режим работы. В термостате у этого автомобиля есть специальный нагревательный элемент, и при возникновении подобной ошибки компьютер включает этот нагревательный элемент, и термостат открывается не как задумано на 105 градусах, а уже на 97, то есть чуть-чуть раньше, чтобы предотвратить перегрев, потому что компьютер не знает, в чем проблема, и, соответственно, перестраховывает. Поэтому сейчас я вам продемонстрирую момент открывания термостата на пониженной температуре охлаждающей жидкости, принудительное открытие термостата. Результатом возникновения данной ошибки является недогрев двигателя до рабочей температуры и, как следствие, повышенный расход топлива. Для того, чтобы увидеть температуру охлаждающей жидкости, нужно зайти в сервисное меню бортового компьютера, в сервисный режим. Для этого зажимаем кнопочку Settings для характерного звука из динамиков. Звук мы услышали. Далее нажимаем кнопочку BC несколько раз до появления экрана с температурой. Вот как раз мы подошли к температуре 96 градусов. Прогрели машину. Чуть-чуть пропустили момент, но ничего. На 96 открылся термостат. Жидкость пошла по большому кругу и температура охладилась. Вот это так называемый аварийный режим открытия термостата, принудительно с помощью нагревательного элемента. Вот сейчас жидкость ушла по большому кругу и остудилась до 84, даже 83 градусов. Может и меньше упадет. Естественно, это ненормально, двигатель недогретый. Смотрим еще раз, как происходит процесс открытия термостата в аварийном режиме. Чуть-чуть ранее ошибся, сказав, что 97 открывается. До этого открылся на 96. Еще раз открывался до 95, но это плюс-минус там пару градусов. Сейчас нагреваем. Вот открылся термостат. Жидкость пошла по большому кругу. Сейчас она, конечно, не опустится до столь низкой температуры, как первый раз, потому что вся жидкость в системе прогрелась. До этого она смешалась с холодной в радиаторе. Сейчас опустится, ну, где-то до 89, возможно. Что мы делаем? Берем Opcom, купленный на Алиэкспрессе. Это вот такая вот штуковина. На Алиэкспрессе стоило довольно недорого. С помощью ее можно считывать и сбрасывать ошибки в Opel. Opcom вставляется в разъем, находящийся под ручником. Для этого нужно снять крышечку.
А шнурок вставляем, USB-шнур вставляем в ноутбук. Запускаем на ноутбуке программное обеспечение OPCOM. Вставляем USB-порт. Вставили USB-шнурок в ноутбук, открыли программу. Запускаем диагностику. Выбираем год автомобиля, модель, engine, наш двигатель 1.8 Hr. Подсоединилось успешно. Выбираем fault codes. И вот они, наши ошибки. Вот она, 218, 217, вторая. Нажимаем Clear Fault Codes. Они сбрасываются. Все, ошибки сбросились. Выходим отсюда. Закрываем интерфейс связи. Ошибка сброшена. Теперь ждем нагрева охлаждающей жидкости уже до рабочей нормальной температуры. Как мы видим, температура 100 градусов, термостат еще не открылся. Значит, пока все нормально. Ошибки тоже пока нету. Она может появиться больше, но это уже нужно разбираться будет либо в гараже, либо на СТО, либо самостоятельно, когда будет потеплее. 101 градусов, градус, термостат еще не открылся. Термостат открылся, но, по всей видимости, либо с задержкой, либо уже сработал вентилятор. Хотя, насколько я знаю, вентилятор срабатывает на 113 градусах. Просто, возможно, это связано с тем, что мы стоим на месте, а не едем. Если бы мы ехали, то радиатор бы обдувался, и охлаждение произошло бы быстрее. А так как там уже нагретая охлаждающая жидкость, то охлаждение произошло не сразу. Вот как мы видим, примерно вот в таких пределах колеблется температура. Это является для Opel, для этого двигателя, нормальным режимом работы. Ну, в движении режим температурный будет держаться в районе 100-105 градусов, что является вполне нормальным, и расход топлива будет заметно меньше. Хотя многие стараются покупать термостаты на 95 градусов, что делать категорически не стоит, потому что двигатель рассчитан на работу 100-105 градусов. Ошибки нету. Как только начнем движение, температура стабилизируется на 100-105 градусах. Ну и, соответственно, зимой в салоне при таком температурном режиме на порядок теплее, что не может не радовать.